Номер 581. События дня. 1 Коринфянам 9:22. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». За 16 июля 2017 года. Это воскресный день был. Какие события? Батюшка Игорь Барабаш, Устинова, все уехали в Томск. У Марии Барабаш бракосочетание, и венчать должен был батюшка, как будто так. Дальше мы это увидим, какие будут данные. Брат поехал, Игорь, я ему отдал аппарат свой, или там, чтобы он там снял все, переходники, длинный соединительный шнур, провод. Тогда уже посмотрим. Отчет за события дня дают и на следующий день уже, на утро. Но пока неизвестно, когда они приедут. Сегодня понедельник, потому что во вторник это молочники едут в город сбывать продукции, молоко и все, что от него есть, мясо. Было богослужение без батюшки. Оно короче намного. Ну, дальше какие были объявления. Еще с утра объявил, позвонил Алексей Устинов, что бульдозер будет. Чернышов Валерий Владимирович, начальник. Он приедет на месте, тут договоритесь, остальное это. Ну и правда, пришли, пообедали. Виктор сказал, что у него лишняя юрга, там кусты надо обобрать, черемуха. Ну и пошли, он говорит, ну с половиной согласны. Половину надо набрать ведро, и пополам, и Виктор у нас согласны. Ну и поели, набрали, тоже все засняли, показали. Ну что, к нам бульдозер придет. Я пораньше вышел на улицу, около столба, около пасынка бетонного, выдрал всю крапиву и сел ждать. Ну, сел ждать, и машина-то мимо проехала, я ее и не видел. Значит, задремал, выходит, спать охота. А они в это время еще продолжали черемуху брать у Виктора. Дети пришли. Дети, ну и Владимир Галендухин с ними тут был, и Никита, и Володя пришел. И вот, оказывается, начальство приехало, я сразу к нему. Дальше-то не поехал, где останавливаются, напротив гостиницы нашей. Он говорит, и все, приехали. Надо на Моринском там, и говорит, не могут они с горючим приехать. Надо туда сначала. Я говорю, нет, не пойдет. Раз приехали, никуда уже от нас. У нас все готово, и дальше ни погода будет, никак. Но съездили, посмотрели, когда разгрузили бульдозер. Все это заснято будет, было. Вот. И новый бульдозерист, Виктор звать, так и не сказал, как его величать, все остальное. Посмотрим потом. И вот поехали мы смотреть объем работ, какой, где, как. Ну, показали первый мостик, а дальше, говорю, что ехать, так понятно. Дальше ты не проедешь. И Рыжковский тоже. А вот на Южный я постарался их затянуть и показать. Потому что мы боялись даже на это место загонять в прошлом году бульдозер. Там, ну, сколько, я теперь не могу сказать, но 20-то лет, наверное, там не было ничего. Росла только осока, и она падала, новая нарастала, и там как потник. И рулонами все это снимать пришлось. Она закручивается впереди трактора. Огромный рулон с землей. Даже бульдозер 17 тонн, и тот не мог ее всегда сдвинуть-то. Ну, посмотрели, подивились. Вот, теперь речь идет о драглайне. Если этот экскаватор будет, мы углубим до родников. И тогда там будет все время вода, родники. А сейчас все там совсем осталось по колено. Ну, вот нет, вот есть, вот она собрали, а кто будет работать? А этот новый бульдозерист, ему 66 лет. Такой, ну, тоже курящий. Два раза вчера покормили. Вот. Он говорит, ну, и я бы мог, наверное. Я думаю, какая же там сложность, готовую технику. Но на машине, это все учатся на машине, налево, направо рулить, правила движения. А тут ничего нету, ему только подчеркнуть, развернуть, вывалить. Ну, намного легче, чем
любую машину-то. Я не знаю, еще они трудность какую делают. Но пока нет. Тоже надо вести, а если не знаю, да и ремонтировать надо. Это события. События у нас такие дневное. О, что тут? Уехало начальство, этот остался здесь бульдозерист. Мы сразу предупредили, что воскресенье для нас это как ветхозаветная суббота, неприкасаемая. Ну и он не, ну, подивился только. Но говорит, я говорю, на завтра во сколько, чтобы кормить-то его во сколько? А он, ну во сколько? Договорились в 6. У меня не было такого, в 6. 7 даже и то завтрак. В 6, к 6. Ну, Любе поговорили, Минаеве, что принесла. Утром и вечером, а в обед Никита нам будет приносить туда, где мы работать будем. Вот так. Распределили и показали, где ему спать. И надо расчете за то, что привезли 150 километров от Барнаула туда и обратно. Техника, платформа идет 300. По 70 рублей за метр, трижды. 7, 21, 21 тысяча. 21 тысячу выделил. Я ему заплатил, все это засняли. У нас никогда, вот благодаря съемке, никогда даже задоринки нету. Все, расписался, написал своей рукой, получил деньги и уехал. Начальник, да не один был, еще с каким-то начальством. Правда, но по первому мостику он говорит, тут все равно прорвет, унесет. Я говорю, ну, попытка, не пытка, что сделать? Думаю, что устоит. Так вот поговорили сегодня, вот с утра мы уже должны туда ехать. А днем посмотрели фильм «12» Михалкова Никиты. Я уже не один раз смотрел, но детям это было не все понятно. Только где-то что-то чуть-чуть они понимают, а так трудно. Кошка белая болеет, ее полечили. Полечили. Ребята начали искать червей на рыбалку. Володя съездил с ними, там несколько гальянов поймали. Ну, вот это событие все. Ну, кто мы тут? 18 домов, кажется, 18. Еще теперь на это смотреть-то. 16 ли? По Теряевке толком даже не знаю. Ну и все. Это вот события наши. Теперь, я, как всегда, утром звонит мне в 4:40 Никита, чтобы не проспал. Ну, практически всегда я уже встаю пораньше. И так вот. И поэтому сразу всегда показываем наши ресурсы. Вот, показать. Нам больше всего я люблю мой мир. Очень хорошие это ресурсы. Вот. Сначала закачано, уже я только замки снимаю. По 10 роликов каждый день. Но они небольшие, но и, в общем-то, много. Больше 2 часов нам набирается. Вот, события дня. Ведь какая тема? Какое удовлетворение у играющих классическую музыку? Я нигде даже не читал про это. Вот она по центру у нас стоит здесь. Ливия с косой. Ну и что тут можно было. Я потом переношу с видеоканала на нашего сюда, на мой мир, Mail.ru. Ну и тут же почта есть, легко писать и все. И наш форум. Форум. Вот он как выглядит. Очень удобно пользоваться. Православный форум Игнатия Лапкина. Ну вот так. И 1600 тем. Далее у нас есть православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Уже сегодня посмотрели события дня. 3 человека. Вот. 45 минут отдыха. Интересно. Вот. Самым, ну, малым спросом пользовался Златоуст. А сейчас уже больше стал пользоваться. То есть это все, это работа. Жалкуем здесь, написал я, вот, об отъезжающих. 13, 14, тут есть, ну, кто посмотрит. И во свете Библии, православный библейский сайт, самое ценное, это вопросы и ответы. Вот сейчас я вопросы такие беру за внутренний мир человека под 8-м пунктом.
Ну и озвучить хотя бы несколько вопросов. Вопрос 3865, 26 том. Поучительны ли биографии тех поэтов, которых приводите в своих книгах? Ответ. Поучительным может быть только то, что сравниваешь со Священным Писанием и прилагаешь к себе. Это я ответы даю за кафедры в университетах. 1 Коринфян 10:6. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Крылов Иван Андреевич родился 2 февраля 1768 года, по преданию, в Москве. Отец его наукам не учился, служил в Драгунском полку. В 1772 году отличился при защите Яицкого городка от пугачевцев. Был председателем магистрата в Твери и умер в 1778 году, оставив вдову с двумя малолетними детьми. Иван Крылов детство провел в разъездах с семьей. Грамоте выучился дома. Отец его был большой любитель чтения. После него к сыну перешел целый сундук книг. Французским языком занимался в семействе состоятельных знакомых. В 1777 году он был записан в гражданскую службу под канцеляристом Калязинского Нижнего земского суда, затем Тверского магистрата. Эта служба была, по-видимому, только номинальной, и Крылов считался, вероятно, в отпуску до окончания учения. Учился Крылов мало, но считал довольно много. По словам современника, он посещал с особенным удовольствием народное сборище, торговые площади, качели и кулачные бои, где толкался между пестрой толпой, прислушиваясь с жадностью к кричам простолюдинов. В 1788 году Крылов лишился матери. На руках его остался младший его брат Лев, о котором он всю жизнь заботился, как отец о сыне. Тот в письмах и называл его обыкновение «тятенькой». В 1797 году он встретился в Москве с князем С.Ф. Голицыным и уехал к нему в деревню в качестве учителя детей, секретаря и тому подобное. Во всяком случае, не в роли дармоеда-приживальщика. В это время Крылов обладал уже широким разносторонним образованием, хорошо играл на скрипке, знал по-итальянски и оказался способным и полезным преподавателем языка и словесности. В 1801 году князь Голицын был назначен рижским генерал-губернатором, и Крылов определился к нему секретарем. Несмотря на дружеские отношения со своим начальником, Крылов в 1803 году вновь вышел в отставку. Что делал он в следующие 2 года, мы не знаем. Рассказывает, что он вел большую игру в карты. Выиграл один раз очень крупную сумму, разъезжал по ярмаркам. Прекрасный знаток простого языка, всегда любивший облекать свою мысль в пластическую форму аполога, сильно наклонный к насмешке и скептицизму. Крылов действительно был создан для басни, но все же не сразу остановился на этой форме творчества. В 1809 году он выпускает первое отдельное издание своих басен в количестве 23, и этой книжечкой завоевывает себе почетное место в русской литературе. С этого времени жизнь его ряд непрерывных успехов и почестей. В 1810 году он вступает помощником библиотекаря в императорскую публичную библиотеку под начальство своего прежнего покровителя А.Н. Оленина. Тогда же ему назначается пенсия в 1500 рублей в год, которая впоследствии, в 1820-м, во уважение отличных дарований в российской словесности, удваивается, а еще позднее, в 1834 году, увеличивается в четверо, причем он возвышается в чинах и в должности. С 1816 года он был библиотекарем. При выходе в отставку в 1841 ему не в пример другим назначается в пенсию полное его содержание по библиотеке – 11 700 рублей ассигнациями. 16 декабря 1811 года он избран членом Российской академии. 14 января 1823 года получил от нее золотую медаль за литературные заслуги, а при преобразовании Российской академии в отделение русского языка и словесности Академии наук, 1841 год, был утвержден ординарным академиком. По преданию император Николай согласился на преобразование с условием, чтобы Крылов был первым академиком.
2 февраля 1838 года в Петербурге праздновался 50-летний юбилей его литературной деятельности с такой торжественностью и задушевностью, что подобного литературного торжества нельзя указать раньше пушкинского праздника 1880 года в Москве. Скончался 9 ноября 1844 года. Много сохранилось анекдотов об его удивительном аппетите, неряшестве, лени, любви к пожарам, поразительной силе воли, остроумии, популярности, уклончивой осторожности. Собрание его новых басен стало во многих домах любимой книгой. И злостные нападки Кощановского в «Вестнике Европы» в 1812-м гораздо более повредили критику, чем поэту. В 1814 году Крылов написал 24 басни, все до одной оригинальные, и неоднократно считал их при дворе в кружке императрицы Марии Федоровны. По вычислению Галахова, на последние 25 лет деятельности Крылова падает только 58 басен. Тогда как на первые 12 – 140. Сличение его рукописей и многочисленных изданий показывает, с какой необыкновенной энергией и внимательностью этот в других отношениях ленивый и небрежный человек выправлял и выглаживал первоначальные наброски своих произведений, и без того, по-видимому, очень удачные и глубоко обдуманные. Истинный художник, талант которого выступает тем ярче, чем скромнее отмежеванная им себе область. Басня его в целом не сухая нравоучительная аллегория, а истинное зрелище жития человеческого. Насколько назидательна басня Крылова была для современников и продолжает быть для потомства. У него другая задача – казнить зло безжалостным смехом. Удары, нанесенные им разнообразным видом подлости и глупости, так метки, что сомневаться в благотворном действии его басен на обширный круг их читателей нельзя. Притча 1.6. Чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Экклесиаста 12.9. Кроме того, что Экклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Кюхельбекеру Вильгельму в жизни крупно повезло один только раз, когда в 1811 году он стал лицеистом, одноклассником Пушкина. Вся его последующая жизнь – череда поражений, неудач, физических и душевных страданий. В лицее над ним издевались, нескладная внешность, высокий рост, худоба, длинный нос, тугоухость, нескладный характер, простодушие и вспыльчивость, нескладные стихи, очень уж высокопарные и тяжеловесные. Все это высмеивалось самым безжалостным образом. Вильгельма снабжает шлейфом обидных прозвищ «Кюхле», «Кюхель», «Гезель», «Бехер-Кюхель». Вы знаете, что такое «Бехель-Кюхериада»? «Бехель-Кюхериада» есть длиннейшая полоса земли, страна, производящая великий торг мерзейшим стихами. У нее есть провинция «Глухое ухо». Так утонченно измывались юные острословы над Кюхельбекером. И довели его до того, что неуклюжий, долговязый Вильгельм попытался утопиться в Царскосельском пруду. На силу вытащили мокрого, несчастного, облепленного вонючей тиной. Однако и не любили лицеисты никого так, как Вильгельма. Пущин и Пушкин стали его друзьями. При выпуске из лицея Кюхельбекер получает чин титулярного советника, серебряную медаль и завидный аттестат. Вместе с Пушкиным и будущим канцлером князем А.М. Горчаковым он становится чиновником Российского внешнеполитического ведомства. В 1820 году Вильгельму улыбается судьба. В качестве личного секретаря он сопровождает в поездке по Европе обер-камергера Нарышкина А. В Германии Кюхельбекера принимает великий Гёте, некогда дружный с его отцом. Родился Вильгельм Кюхельбекер в Петербурге по старому стилю 10 июня 1797 года. Отец его Карл фон Кюхельбекер из саксонских дворян. Некоторое время был приближен к Павлу I. Мать, урожденная фон Ломен, была в свойстве М.Б. Барклаем де Толли. В одном из писем Кюхельбекер признался: «По отцу и матери я немец, но не по языку. До 6 лет я не знал ни слова по-немецки. Природный мой язык русский». 14 декабря 1825 года Вильгельм Кюхельбекер
на Сенатской площади. Он пытается стрелять великого князя Михаила Павловича, но пистолет дважды дает осечку. Будь пистолет исправен, висеть кюхельбекеру 13 июля 1726 года на кронверке Петропавловки шестым с пестельным релеем Каховским. Это даже не пушкинский вздох, и я так мог. Кюхельбекер именно мог и получил по максимуму 10 лет в каменных мешках Шлиссельбурга, Динабурга, Ревеля, Свяборга, а затем поселение в Сибири, Баргузин, Акшинская крепость, Курган, Тобольск. Тяжелейший удар, известие о гибели Пушкина. Как поэт он, пожалуй, не интересен. Псалом 137:6. «Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали». Лермонтов Михаил Юрьевич. «Красота и столичный лоск» Юрия Петровича, будущего отца поэта, пленили единственную дочь Арсеньевой, нервную и романтически настроенную Марию Михайловну. Несмотря на протесты своей гордой матери, она вскоре стала женой небогатого армейского офицера. Семейство их счастье продолжалось семейное, по-видимому, очень недолго. Постоянно болея, мать Лермонтова умерла весной 1817-го, оставив в воспоминаниях сына много смутных, но дорогих ему образов. «В слезах угасла моя мать», — говорил Лермонтов и помнил, как она певала над ним колыбельные песни. Бабушка Лермонтова Арсеньева перенесла на внука всю свою любовь к умершей дочери и страстно к нему привязалась, но тем хуже стала относиться к зятю. Распри между ними приняли такой обостренный характер, что уже на 9-й день после смерти жены Юрий Петрович вынужден был покинуть сына и уехать в свое поместье. Он лишь изредка появлялся в доме Арсеньевой, каждый раз пугая ее своим намерением забрать сына к себе. До самой смерти его длилась эта взаимная вражда, и ребенку она причинила очень много страданий. Лермонтов осознавал свою неестественность, свое положение всю, и все время мучился между отцом и бабушкой. Старая болезнь духа сказывается также в том, что он вновь возвращается к демону, пишет свой последний, пятый очерк, в котором опять ставит с прежней остротой прежнюю проблему о назначении жизни, об отношении человека к Богу, земли, к небу. И здесь Лермонтов уже окончательно сливается со своим демоном. Он умер, не успев окончательно примириться с жизнью. И следовавшее за ним поколение его всегда воспринимали как бунтаря Прометея, восставшего на самого Бога, как трагическую жертву внутренних противоречий, как воплощение вечно печального духа отрицания и сомнения. Полны поэтому глубокого смысла те слова, в которых Белинский сопоставлял Лермонтова с Пушкиным, резко подчеркивает их полярность. Нет двух поэтов, говорит он, совершенно различных, как Пушкин и Лермонтов. Пафос Пушкина заключается в сфере самого искусства. Как искусство. Пафос поэзии Лермонтова заключается в нравственных вопросах о судьбе и правах человеческой личности. Пушкин лелеял всякое чувство. Ему любо было в теплой стороне предания. Встречи с демоном нарушали гармонию духа его, и он содрогался этих встреч. Поэзия Лермонтова растет на почве беспощадного разума и гордо отрицает предание. Демон не пугал Лермонтова, он был его певцом. Гордая вражда с небом, презрение рока и предчувствие его неизбежности. Вот что характерно для его поэзии. Это самые верные слова из всех, которые когда-либо были сказаны про историческое значение Лермонтова. Они указывают на ту внутреннюю, на интимную связь, которая существует между творчеством Лермонтова и всей последующей русской художественной мыслью, главным образом в лице Достоевского, Толстого и школ. Когда Столыпин стал при Лермонтове порицать Пушкина, доказывая, что Дантес иначе поступить и не мог, Лермонтов моментально прервал разговор и в порыве гнева написал страстный вызов надменным потомкам, последние 16 строк. Стихотворение было понято как воззвание к революции. Началось дело, и уже через несколько дней, 25 февраля. По высочайшему повелению Лермонтов был переведен в Нижегородский драгунский полк, действующий на Кавказе. Лермонтов отправлялся в изгнание, сопровождаемый общими сочувствиями. На него смотрели как на жертву невинно пострадавшую.
Под новый 1840 год Лермонтов был на маскарадном балу в благородном собрании. Присутствовавший там Тургенев наблюдал, как поэту не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки. Одна маска сменялась другой, и он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. На балу у графини Лаваль 16 февраля произошло у него столкновение с сыном французского посланника Барантом. В результате дуэль, на этот раз окончившаяся благополучно, но повлекшая для Лермонтова арест на гауптвахте, а затем перевод приказом 9 апреля в Тенгинский пехотный полк на Кавказе. Во время ареста Лермонтова посетил Белинский. Они познакомились еще летом 1837 года в Пятигорске, в доме товарища Лермонтова по университетскому пансиону Сатина. Но тогда у Белинского осталось о Лермонтове самое неблагоприятное впечатление, как о человеке крайне пустом и пошлом. На этот раз Белинский пришел в восторг и от личности, и от художественных воззрений поэта. Лермонтов снял свою маску, показался самим собою, и в словах его почувствовалось столько истинной глубины и простоты. В половине января 1841 года Лермонтов получил отпуск и уехал в Санкт-Петербург. На другой же день по приезде он отправился на бал графини Воронцовой-Дашковой. Появление опального офицера на балу, где были высочайшие особы, сочли неприличным и дерзким. Его враги использовали этот случай как доказательство его неисправимости. По окончанию отпуска друзья Лермонтова начали хлопотать об отсрочке. Ему разрешено было остаться в Санкт-Петербурге еще на некоторое время. Надеясь получить полную отставку, поэт пропустил этот срок. Уехал лишь после энергичного приказания дежурного генерала Клейн-Михеля. «Оставить столицу 48 часов». Говорили, что это требовал Бенкендорф, которого тяготило присутствие в Петербурге такого беспокойного человека, как Лермонтов. На этот раз Лермонтов уехал из Петербурга с очень тяжелыми предчувствиями, оставив родине на прощание свои изумительные по силе стихи «Прощай, немытая Россия». В Пятигорске, куда он приехал, жила большая компания веселой молодежи. Все тогдашние знакомые Лермонтова. Публика, вспоминает князь Васильчиков, жила дружно, весело и несколько разгульно. Время проходило в шумных пикниках, кавалькадах, вечеринках с музыкой и танцами. Особенным успехом среди молодежи пользовались Эмилия Александровна Верзилина, прозванная «Розой Кавказа». В этой компании находился отставной майор Мартынов, любивший пооригинальничать, порисовать, обратить на себя внимание. Лермонтов часто зло и едко вышучивал его за напускной байронизм, за страшные позы. Между ними произошла роковая ссора, закончившаяся вечно печальной дуэлью. Поэт пал жертвой своей двойственности, нежной, отзывчивой для небольшого круга избранных. Он по отношению ко всем прочим знакомым держался всегда заносчиво и задорно. Недалекий Мартынов принадлежал к последним и не понял всей миг кровавый, на что он руку поднимал. Похороны Лермонтова, несмотря на все хлопоты друзей, не могли быть совершены по церковному обряду. Официальное сообщение об его смерти гласило, 15 июня около 5 часов вечера разразилась ужасная буря с громом и молнией. В это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске М.Ю. Лермонтов. По словам князя Васильчикова в Петербурге, в высшем обществе смерть поэта встретили словами «Туда ему и дорога». Исайя 66:2. «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». Ну, следующее будет Ломоносов. Я его сейчас здесь выпишу. И на этом сегодня все. Не успел даже дочитать про Лермонтова.